Где ты была весь день? На работе, в магазине, конюшне. Молодец! Потом забрала девочек от мамы. Я тебе не верю. Прости меня. Не понимаю, что ты нашла в этом мужлане? Отец девочек был другим. Его давно уже и след простыл. Я искал женщину, которая курит и любит лошадей. Мне кажется, это ты. Я топчусь на месте, еле сводя концы с концами. Не знаю, как бы я выжила без своих друзей и верховой езды. Больше не смогу ходить и ездить на лошади. Как вы сегодня поживаете? Мне сейчас нужен не мозгоправ, а действующие ноги. Когда вы говорите о верховой езде и о том, что она для вас значит, я верю, что вы сможете вернуться в седло. Для этого нужна смелость, вера и несгибаемая воля. Все это у вас есть. Дай знать, когда захочешь вернуться на конюшню и сесть в седло. Сюрприз! Не каждый станет параатлетом, а вы сможете. Яна, ты умеешь ездить на лошади. Просто тебе придется научиться делать это по-другому. Ты избил меня. За это сейчас и извиняюсь. Дело не только в этом кресле и в несчастном случае. Я люблю тебя. А вдруг так вышло, что ваше появление – это начало нового этапа в жизни? Я в седле! Половинка меня.